Сейчас я хотел предоставить слово тем погибшим, которые не вернулись с тех, двигались через некоторое время, через долгое время. И вот три года назад подарил только кукле, которую я подарил маме. И попросил ее вернуть за куклу, и кукла мне поддалась. Автомашину. Неумолимо все дальше и дальше уносят нас от тех представительств Россодружества. Но 900-дневная оборона Ленинграда и победа советских войск под этим городом на Неве – одна из выдающихся событий минувшей войны. Здесь напор, с которыми гитлеровские войска штурмовали Ленинград, были самыми ожесточенными на советско-германских фронтах. Для немецких фашистов взят колыбель Октябрьской революции имело огромное значение. Летом и осенью 41 года город подвергался штурму с юга, запада, севера и востока.